Что? Где кулак? Кто за кулак отвечает? Знал ли человек музыка? Ты мне Рэла передал. До казни осталось 2 минуты, пишет. Можете дождаться, там прикольно выглядит, она летит к нему, убивает его. Раньше, стоп, раньше танков не пуляют, с БТК пуляют. Это было неразумное решение. Кто-то залетел. Расколы строгайте. Владина БР. Быстрее. ДК поживись, БР покупан. Она меня-то не убьет, а вот того, на ком... Каунти... Чё хила-то нету? По протопалу хила вообще нету. Будь то нет. Гимн на ХП, Рокстер, прожмешь, когда он начнет кастовать. Может, присты прожмут, другие? Потопал, можешь массы продать. Прожимайте. Как вам такое? Хилы, Рейди. Расколы. Хил, протопал. Протопал сейчас идет. Матка, у тебя не получилось. Как вам такое? Рокстер гимноманы. Я хил, если я дам, вы все умрете. Не-не, хорошо, Клота. Клота гимноманы. Я уже читала. Вот там теренас, не знаю. Коты народные. Блин, сложно нафиг. Сложно ролить. А кто это ролит? Пытается Англиф ролить, но как бы, блин, я никогда этого не делал. Вот. Могу так какие-то там вставки делать. Ну давай я поверю. Не, мне норм, типа, не знаю. Если этого хватает. Это просто домашний отдыхай. А, окей, хорошо. Кто хилы в рейде? Один барвели, да, хилит? В рейде не хил, да?
Два хила, да, значит, идете? Больно. Отчаянно. Чопся на багруха? Мы рейнджу не держали, как бы избегали с двумя. И хилы в рейде еще есть? Пекайся, вертру. А танки кто? Мерзавец зачисляем. Че, квест дам? Подожди. Если бы ты как здесь, то можешь, в принципе, вернуться. Чего? Чего не убили? Прикольно. Пошли бить. Чего стоите? Димас, Рокстер, похилите. Так, Мегатрон это танк, да? Нет. Мерзавец танк. Мерзавец. Помогайте диспелить фресты. Даем их. А диспель ты сам, господи. Пока сам. Ну вот на принцах мы хилили вдвоем, на одного хила повесил акулу, ноль диспелу под крестом. Это проблемы ваши, то что два хила ходили. Выходить три хила. В чем здесь наши проблемы? Диспелить надо, никто не диспелит ничего. А в чем моя вина, что никто не может диспелить, а? Прикольно, слишком мало милика в рейде, надо было на фурика зайти. Да, я хилю и диспелю. Когда на мне контроль, я не могу сдиспелить. Ты вообще вара найдешь. Ты, Мась, оставайся в Эрду, а то мы сейчас упадем, наверное. Давайте в вонючку играем. Отведи дальше, босса, в кружочек отведи. Я отвел. Не вижу. Сейчас будет Бобо. Минус два. Ну да, вот хили теперь с Эрдру вдвоем уже. Хилили раньше два хила. Ну, Эршам покруче, чем Эрдру хилит. Зачем обратно агрик? Она сама не видела. Давайте к ней грескать сюда. Минус лог. Минус БДК. Димась, подними мерзавца. Теоретик, подними мерзавца. Забирай после мерзавец. Фу, сложно.
открыть. Давайте вторую сразу. Нет, давайте внешний бес еще раз. Слишком мало мелика в рейде. Нас, по-моему, еще надо было больше вначале. Я ставила стол перед собаками, у меня КД. Да, обмен, я тебе так был обдан. Выходите за линию. Что-то вы расслабились. Сколько вы тут уже сидите? Да столько не живут. Барв или Драмджет, вы тут? Драмджет что-то говорил. Мазбаф дайте. Кибов не хватает. Вон, Олег там варенька плюсовал в гильдию. Сейчас. Давай попробуем взять его. Варенька в пати. Сейчас я зайду. Давай хей, ШП. Можешь ШП. Там когда сейчас маган зайду. Потом на Акс пойдем. Вы с самого начала в Дохе ловите, да? Да. Кто такую дебильную идею придумал? Почему идея нормальная, когда соблюдается тактика? Ну, не хотела послушать советы и посмотреть, как вы ланы хилите ущербно. Может, да, может, можно было еще в одну точку стать всему рейду, чтобы вообще ваншот пролетел. Это прикольно идти в два хила, когда еще один хил отходит в АФК и уже давно не приходит. Сейчас будем хила хилить среду. Посмотрим, как он заходился. На что он обиделся? Не знаю. На что рейд падает? Нет, просто действительно, надо рейнджу на лане держать. Милики стали в одну точку, какого-то хрена сова зашла в центр, и хант стояли, непонятно. Давайте бафайте звездочку. Каску, крест. Ну, все, готов, короче. Там лавку выкидайте еще. Шаман, шаман, ты где? Ну, шамана пока кикнем. Придет, просто нет. Придется мне наш. Я в Нексе приеду. А хилить-то кто будет, шамана? Ну я буду хилить. Вдвоем сейчас похилить, это не миломор. У нас трое сейчас, сейчас еще будет с нами хилить. Миломор, ты где? Давайте рост, который никто не даст уже. Смотри,
Смотри, куда бьет босс, туда ты перебегаешь. РДД перебежали, ДПДК перебеги в ту сторону, куда будет босс. Там мы не будем по два раза смещаться. Иди подальше. Взрыв пошел, отбежали. Молодец, что так близко танчишь. Джекпот! Теоретик, вставай. Кого? Ну давай, Рокстера. Счастливо здесь поешь сам себя или будешь стоять, пока ХП закончится? А, бля, у меня же КД, сори. Ну, днём так, значит. Я не заметил, что там было 5 стаков на большом. Счастливо его просто подвел. Он сейчас как делает, опять протопал. Ты адекватный вообще? Зачем ты в мини-зоне стырь с мелким слизнем? За тебя сейчас будет вайп. Диспельте с совы. Диспельте с эрдру. Ну, протопал, заберешь. Что вы делаете? Пиздец. Ну я же говорил. Ваня, блин. Да, протопал, ты первый раз здесь? Нет. А почему ты водишь слизня, как будто первый раз? Почему ты таунтишь его через весь рейд, он собирает мелких слизней? Набирает 5 стаков и взрывается в рейде. Почему ты так делаешь? Скажи мне, пожалуйста. Потому что глупенький, наверное, да? Не знал такого. Наверное, сейчас запомнишь, да? Роксер, что ты не отбежал от взрыва? Ты же все знаешь. Войд тоже не отбежал почему-то. Может, ДБМ стоит. Роксер начал отбегать, но там слишком много целей было в мелизоне, и поэтому я не успел дальше 5 метров отбежать. Нет, Бест, ты просто не отбежал. Ты все. Ладно. Давай, Ваня, держи жало, сейчас на Рошаму зайду. Он реально быстро прилетел. Им хламом не будем вайпаться здесь до поздней ночи. Мы разве из-за 3 хилов вайпаемся? Из-за 2? Будем вайпаться в будущем. Куда ты побежал? Твою мать. Ты не говоришь, что вы сагнили босса? Куда? Да? ДК топчик просто. Видишь, он не знал просто, что близко нельзя подходить к ДК, ой, к боссу, потому что он сагнится. Олег, на тебе был лут, а ты ливнул. Ну, зачем вам лут? Вы же так не знаете. Блин, мы за 3 не шли. Теперь без 3 не будете. Сейчас я посмотрю, что там. Тема на ломах, если вы умираете. Поставьте админку, пожалуйста. Так, Ваня, рисуй на Андрекса. Опа. Давай, ставь шкаф. Что я просто камень возвращения съебался.
Кто еще ливнул? А, никто не ливал. Причем тут ты не пущи. Просто, блин, тут в глаза долбится. Ревакцинация, я понял, кто это, наверное. Догадываюсь. Ссылка 25 йен от 1 до 10 баллов. 2. Ну что, сейчас будет 1. А нет тусона, да? Уже ничего. Я бегу, бегу, я рядом. Вот, не собирай больше таких рейдов, если не получается собрать. Почему тут 6 уриков, 4 ДК в рейде? 2 хила. БЕ забрал? А какой БЕ забрал? Много БЕ. Ну пускай кидает на ролл теперь. Давай, кидай на ролл. Колосом. Кольцо с ребра, запрос леди. Нифига себе. Вот ты сейчас разруливай. Ой, ты будешь разруливать? Наручи мы разрулили, пускай Мадвейн не брешет. Кольцо забыли, да? Бывает. Наверное, это не надо было. Там Дессер вернулся. Наручи двое было с леди. Одни разрулили, вторые нет. Переживай, все разрулим. Главное, напомни мне. Ты мне вообще без разницы, на бой я. Ты будь честно. Ну, еще и судьбы. Спасибо тебе. А, блядь, да, надо разрулить вещи. Дайте лапу и приступах. Димась, можешь в этого кота спекаться. Сейчас разрулю вещи. Начнем уже. Дессер ресница. Кольцо. Рейд хуже, чем у молодой Орды. Ну просто. Так, шип. Да, шип никому не надо. Мерзавец, себе надо огнилостойкие боевые латы на танке. Сумоньте Андрекса, Барвали, сумоньте. А кровь в чем? Извини.
не могу лутануть кровь, значит без крови. Все равно кидай на кого хочешь. Кому-то надо было кровь? Да. Кинерол. Просто сейчас кинерол. Ну вот, после тухлого заберешь обе крови, чек. Блять, не сумонится что-то. Тыкайте на сум. Призыв, значит. Давай, релогнись. 10 секунд уже не зарешает в этом очень быстром рейде без вайпов. Понял. Красава. Зачем ты пулишь? Блин, не знаю, я зашел в рейд, в игру с хорошим настроением. За три босса я увидел вайп на гнилом, два пула на уху. Давайте упадем. Кто это был, честно? Хан, щелочка. На пулю притворился мертвым, типа все окей. Интересно. Налик, нас просто сегодня немножко неадекватно рует. Вот и все. Тролли. А что ты несешь? Слушай, щелочка, я все видел. Стой, давайте так, сейчас. Никто не заходит за линию, вот реально. Вообще никто не заходите за линию. В комнату носа никто не заходите. Потому что у вас руки походу там чешут. О, спасибо за эту информацию. Все уже и так поняли, наверное, да? Куда босс исчез? Что, блядь? Что, босс съебался из рейда? Мы его потеряли. Да, ну неплохо. Я увидел, как на лане падают люди. О, Таурек, это я тебе. Ты с Ювова, что ли? Опять. Ну ладно. Так будет. Я ж попросил не заходить. Электрон. Сегодня рейд для тебя окончен. Сделаешь так еще раз, кикнуть гильдии. Мегатрон, заходи на ШП. Скупать свою вину за пул этого босса. Щелочка. Ладно, у тебя нет других там. Бля, дай пати на Таурока. Реально, пока отвечал тебе в чате и пробежал случайно совсем. Я ж знал, что не надо заходить все. Просто спроси. Ну ладно, давай, так и быть. Возьмем тебе, дадим последний шанс. Бывает. Это все недоразумение, то, что сейчас происходит в этом рейде. Чистая случайность на каждом бойсе.
Да, ну это реально, да, я понимаю, это что-то закосячил, но совсем случайно. Ну, бывает. Мы здесь будем падать, потому что споры будут на всех меликах. Я буду говорить, выходить им в метки, они не будут выходить. Да, Войт, который набирал всех меликов в рейд. Деле весело. Если бы это был рейд молодой арты, где я не релил бы, я тупо угорал бы просто с этих раков. Потом бы рассказывал бы эти истории здесь. Не знаю, если ты тут? Ты отошел от шока уже? Просыпайся, пришло время танчить. Ваня, ты где? Ваня, я бы тебе не рекомендовал там становиться, а то вдруг сагрит и не успеешь, ну, выбежать с комнаты. Лучше прими сумму. На всякий случай. Мерзавец, сними, пожалуйста, с себя метку. Метку отсутствует. Килам, не видно твоих хп. Не видно, что ты делаешь. Можешь упасть. Ну, я же говорю, хилам не видно. Мерзавец, и тут. А его нету. Танков и кашет. У кого-то есть танк еще? Да, есть. Не, не тот ответ. Пять и три? Варшести, ты... Давай одного пробуем. Так, скину. Одного протопала, да, ты хочешь пробовать? 5 и 8. Да. Ага. Интересная мысль. Ваня, ты тут? Да, тут. Выходи с ЛПК. Я РК скидаю в рейд. Ты в ЦВК можешь там заметить, он дримжет просится? Не. Не, ну слушай, я в Наксамар заметил, в ссылка хочу поугарать. Уже? Блин, я думал тут... Да, наверное, сейчас просто... Могу осталось, рейд... тут не очень. Ладно, мерзавец, ты тут. Не, просто... Это просто гирейд. Какой-то войд собрал. Ну, ладно, давай подождем. Может, и кинуть на танка? Я просто думаю, распустить сейчас рейд, накинуть там 1000 ЕП, либо загнать людей на нормальные классы и идти дальше. Как ты думаешь? Просто это клоунада какая-то. Ты видишь сам тут 5 фуриков, 4 ДК, 2 хила. Тут бы одного хила, одного танка, и можно, в принципе, убить. У фуриев этих меликов, конечно, до хера, но мели рейд. Ну да. Танка нет. Давай поищем. Че, Войт куда ревнул? Обиделся, что ли? Не знаю. Да, он на танка заходит. Ну вот, что было, я, да? О, Баламут, молодец. Уже несколько камней вставил. С выносливостью, с атакой силы на АДК, тоже неплохо. Тапки на танка. Я бы тебя в рейд не взял бы никогда таким персонажем.
Откуда вы такие беретесь? Давай, шкаф. Долго, потому что рейд собрали неправильно, не по классам. Хуже, чем в молодой орде. Это я сейчас серьезно говорю. Поэтому надо ждать, чтобы добрать людей. Давай возьмем Луга обратно. Милики, смотрите внимательно. На вас будут кидаться споры. Вы должны будете снести в кружочек и в квадрат. Я говорю ник, вы сносите квадрат и в кружочек. Тыкайте носом. Надеюсь, из этих всех ДК есть хоть один спек Фроста. Чек на пул. Вары, критните на ап. Все, пуляй босса крикнули на ап. Нету здесь больше паладинов. Рейндж набрали все. Набирайте рейндж. О, как много миликов. Мародерка в кружок, там теренас квадрат, кому удобнее. Брат, это спал просто. Вот. Таура, куда ты вышел? Ты тупой? Как тебя сейчас не оскорблять? Я называл твой ник. Мне кажется, ты троллишь. Действительно. Поэтому ты просто так вышел со спорой, когда я не говорил ее выносить. Протопал. Готовься забирать босса. Мне кажется, это тайма на хвосту нету. Забыл. Бля, сука. Это мой проект. Бей, пожалуйста, взрывом разума. Или нас бей взрывом разума. Димась, выйди с рейда. Выйди с мелизоны. Туфлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Пояс. Колье. Мне нужно срочно отойти минут на 15. Камень Долоран.
тыкать носом. На все, она, держи. Барвелин, оставайся в рейде, никуда ты не пойдешь уже. Что ты закидал его? Просто посиди в шестой пати, я тебе ЕП накину, мерзавец, там, из тех боссов, где ты сидел. Так, счастливый, ты знаешь, что делать в кукле? Да. Хорошо, кушайте рыбу, 20 секунд, потом пуляем. Там, как раз, пишу птицу. Никакого квеста. Так, все готовы, будет гуляй. Счастливый пистолик. Да не тот рейд, что такое сделать. То если счастливый нас вайпнет, Амджа, пойдешь ты пить лужи. Почему его везти сюда будет? Это же обычка. Хотя у нас 84 только. Милики, короче, оставайтесь сейчас там, где вы стоите. Бейте зеленого слизня. На второй фазе тоже будете бить зеленого слизня. Оставайтесь там, где сейчас стоите. Будете бить зеленого слизня. Если вас откинет, вы отбегаете в РДД зону. А мы его не будем. Смотрим колбы. Милики отбежали от колб. Появляются колбы. Таурек, Мудвейн, Скейл, Драмджет. 5 миликов уйдут колбы. 6 миликов. ДПС 0 просто. Прикольно. Видите красного? И анимация убегает. Много. Колбы 3 секунды. Отбегаем. Ждите, пока колбы появятся и танк отведет босса от колб. Не бегите через них. Милики, играйте в зеленого. Бегайте с цели зеленого. Давайте в красного. Переводите босса.
1%. Почему проф так медленно идет? Он устал. На вкус как вишенка. Миники, бейте зеленого. РДД, отошли от зеленого. Ну, так сейчас убивает цель зеленого, прикольно. Да, класс. Стойте в лыжах и в колбах. Это повышает ваш ДПС. Если вы забирай босса на себя. Ролим бои. Ваш защитник опорола. Зачем вы пошли сначала на кровь? Сразу разрулить надо. Потому что квест запустили. Квест сделать? Не подумали про Инджа, да? Стойте, не агрите. Сейчас рейда нет, то что забагаем нахер. Все про мало части. Кстати. Чего забагать можно? Душа я хотел. Хотелось бы, но можно разбагать. Никто не послушал, да? Рела не было в рейде, да? Ну, бывает такое. Идите танки, агрите. Попробуем убить вот этот трэш первый. Давайте звездочку все играем. Милики в звезду. Абсолютно все в звезду. Потом она портанется. Все, милики отбежали к звезде. Она пропала на том месте. Отбегите. Такое бывает. Давайте тебе кружок. Милики тоже меня похилим. Давай, Сакру. Все, не надо Сакру, если не давал еще. Давайте звезду все. Милики отошли. Милики отошли от того вида моря. Нет. Чего? Поднимайте Войда. Плота, давай гимнат хил. Финал! Не дайте Финкенштейну пустить меня на опыты.
Давайте, почти забахали, почти. Барвели, пожалуйста, не АФКш. Тащер рейда. Это ты еще в Дларенс не портанися. Как вы хотели с Десером хилить вдвоем, если он нафкашит на каждом трэше? Не понимаю. Ну, погнали так. Все поресанные. Блин, честно, я хотел, чтобы мы вайпнулись, я бы распустил эйд. Ну ладно, повезло, мы живы, идем дальше. Так, Дессер, на профи там особо нечего хилить. Хилить надо здесь, на трэше. Можешь хилить так же, как и я, полтора ляма. Но не АФКшить. Давайте танки вперед. Так, у нас нету БДК. Играйте звездочку. Милики. Не знаю даже, что сказать. У нас мили рейд, РДД нету. РДД, играйте звездочку. Милики, играйте в моба, который танк отвел. Зачем ты так ушли? Вставай, эскалет. Глупый крок. Ты сам привел мне подкрепление. Забагалась. Нет. Жаль. Надежда была, да? Че, у кого есть еще хилы? Могу зайти. Ну, а если хочешь. Лимай, спекайся. Будешь вместе с Рокстером хилить. Иринас, ты какой у тебя спек? Полиприст? Не знаю даже, тут один миллирайт остается. Кажется, сейчас вайпнемся из-за того, что будут умирать люди, посмотришь. Ну, Теренас, оставайся в ШП, этот Ваня займет махини. Кушайте ему. А Дима, спекайся.
Поставь шкаф с харзу. Еще раз тыкайте носом. Мародерка, принимай сама. Сейчас Олег меня на кладбище походу портанет. А че? Не являйтесь членом группы, наверное, забагалось, когда я в том рейде был. Сейчас релонусь. Сейчас присвоите меня, сейчас на кладбище выкинуть не успею. Давайте бафайте пока рейд. Да. Можете смотреть. Ревакцинация. Дайте инту и магабаф. Чек. И лапку еще. Лапку бафните. Звездочка в центре, собираемся и летаем. Потом 25 гир пойдем. Да можно, онлайн вроде есть. Так, погнали. Ну, этим же рейдом. А, ну да, до ребра. Нет, до трэша. Нет. Я хочу убить этим рейдом 25 гир. Рокстер. По диспель болезни. Бейте справа подавление. Мопцы такие выходят. Что ты ливнул, Вань? Что ты говоришь, Джерен? Почему Ваня ливнул? Ваня ушел уже. Ну что ты хотел? Сын в РК. Он сказал, что ФК отойдет. А что, убили уже? Давайте звездочку сбили. Да! Не без копей даже. А. На келе, наверное, кто-то законтролился и убил, да? Нет, там тупой попался. Что он сделал? Я говорю, не таун большого, он типа стрельнул в большого, я не успел подбежать к нему, потому что я был на другом краю, и он его убил. Ты вернулся уже? Так, продолжайте дальше. Да, конечно, я за бессмертным шел, все, всем пока. Давай к нам в РК рейд. Не, посиди просто в РК. Посиди в РК хотя бы просто. Я тут, конечно, жесткий. Что у вас интересного с того момента, как два раза спулили тухлого или гнилого? Три. Три? У вас третий раз его спулили? Ну так, щелочка, мегатрон и какой-то турек. Класс. Вам нужна еще помощь? А на гниломорде люди не умеют бегать от взрывов. Я сам не ждал, что быстро взрыв будет, просто протопал, собирал всех мелких слизней. Да, я слышу. Только прикольно, наверное, это. Право подавление бьем. Рановато дали. Да? Это я дал, я уже такая, короче. Эти гильны на хп, может, успеем. Я думаю, не успеем, надо в порталы залетать. Да.
Вот если бы Рокстер хилил, было 36 лямов. Котку бы кидал один раз на Вальку. Ладно, я шучу. Не так сойдет. Остаться похилить? А тут да. Может не мага заходить. Тут я, Барвали, Рокстер и Дима справятся там. Дальнейший саранит. Некромоника. И почему ты хочешь вступить в слот? Робит уже. Кинжал. Некромоника, найди пока слот РДДшный какой-нибудь с гильдии. Если это возможно. Да, вон калка.